Семена и удобрения закуплены. Земледельцы Радищевского района к весенне-полевым работам практически готовы. Техника уже приведена в боевую готовность, новая закуплена, старая отремонтирована. Январь-февраль месяц мы уже всю подготовку к посевным делам закончили. На сегодняшний день у нас на ремонте техника стоит только на междурядную обработку подсолнечника. Все подготовительные работы аграрии должны завершить до 15 апреля, чтобы без проблем войти в поле. О посевных площадях, подготовке семян и поддержке фермеров говорили на тематическом штабе с участием губернатора. Приоритеты работы отрасли в 2020 году прежние. Увеличение посевных площадей, ввод в оборот неиспользованных земель, повышение урожайности культур. По предварительному плану посевная площадь в текущем году составит у нас с вами 1 миллион 32 тысячи гектаров. Это на 9 тысяч гектаров выше, чем в прошлом году. Первый сев планируется провести на площади 677 тысяч гектар и будет 216 тысяч гектар отведено под поры. По словам профильного министра, посевные площади уже достигли максимального уровня за последние 17 лет. Озимые культуры также чувствуют себя неплохо. Из-за обильных дождей прошлой осенью в почве накопилось достаточно влаги. Под урожай 2020 года было посеяно почти 305 тысяч гектаров озимых зерновых. Согласно мониторингу научно-исследовательского института сельского хозяйства, половина посевов чувствует себя хорошо, другая половина удовлетворительно. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.